Здорово, это Хаун. Время 10 утра, это значит, что мы заканчиваем выживать в игре под названием The Elder Scrolls Online. Почему заканчиваем? Потому что я решил сменить формат видео. Ну как, в общем, The Elder Scrolls Online больше не будет, будет нечто другое. Просто эта игрушка, она занимает, во-первых, много места на ПК, 100 гигабайт где-то плюс-минус, ну 90 может. А во-вторых, все равно уже начала понадоедать. В Generation Zero я продолжу играть. В чем это мы что играем? В Long Dark, Close to the Sun я продолжу играть. А на эту игрушку у меня просто времени не будет. Поэтому буду заканчивать, проходить. Прости, если тебе вдруг нравилось. Я не специально. Оу, полегче, бабули. Полегче, девочки, вы чё? Если я в прошлый раз не захотел с вами драться, не значит, что я в этом буду это делать. Я просто проверю свои силы. Вы вроде бы слабенькие, почему бы и нет? Тихо. Капкан мне нельзя. Запрещено всеми законами этой игры. На тебе. О, у тебя что-то есть даже, нифига. Не ждал? Эффект змеи. Убьем? Убили. Места нету, прикинь. Ну все, вроде лучше стало. Вес у нас появился немножечко, там 3 килограмма. Поэтому один труп мы с вами точно сможем пройти. Залутать его. Опа. Здорово, мужики. Отдыхайте. Отдыхайте, говорю. Все, отстань. Оп. О, как могу. Ух ты, Атрахан, только не ты. Или Атранах. Как вас там зовут всех? Я не помню, пацанов. Опа. Да тихо. Не убивайте, не надо. Я хочу пожить. Не надо убивать! Надо сундук залутать. Не успел, что ли? Но он открылся. Хе-хе-хе, я схитрил. Забирай. А что ты не забираешь? А-а-а, зависло, походу, прикинь. Или не зависло, это за то, что призраки нельзя было забрать. Видимо, да. Немного забагалась игра. Сейчас мы это исправим. В честном бою. На тебе. На. Жестко. Так. Почему? О, помогла, спасибо. Камень душ, офигеть. Спасибо за помощь, девочка. Ты меня очень выручила. Так, камень пустоты есть. Достижение получил. Нифига себе. Ну, правильно. За такие драки надо достижение получать. Где я почти умер, понимаешь? Я почти умер. Ух ты. Свет пробежал, видел? Ангел, это ты? И что-то делает... Оо, вот это было жестко. Небесный осколок поглощен. Здорово. Азура, милостивая, Каджит свободен. Спасибо. Каджит заглянул в пустоту и видел ужасное видение. Путник, огромное чудовище, на шее которого было 3 головы. Каджиту нужно узнать больше. Разреши Каджита в опасности отверженных, хорошо? Прошу, поторопись. Обалдеть. В смысле, как это гидра, что ли, будет? Для меня гидра, это знаешь, как тебе объяснить? Я играл в Герои Пятые. Вот там были гидры. Такие драконы трехголовые. Ну как драконы? Блин, динозавры трехголовые. Динозавры с головами ящер. Змей. Я тебе такое не объясню, тебе надо поиграть, посмотреть. В общем, загугли гидры, Герои 5. Вот там ты поймешь, что такие. Вау.
Нифига тут, смотри, животный мир какой. Разнообразный, паук. Всякие личинки плавают огромные. Красота. Мне нравится. Что у нас тут еще есть? О, вот сюда пойдем. Вот сюда пойдем. То есть прямо куда-то туда надо идти. Окей, сейчас позовем лошадь и пойдем. Не надо ругаться. Я просто мимо пробегал. Да... Тварь. Ты вообще куда лезешь? Ну куда ты лезешь? Все. Умер. Просто камушек взял на улицу, взял и кинул. Урод. Взял мне все и испортил. Тю. Это стража. Ясно все. Ясно. Я даже через них не пойду. Да вы... Твой, тут ритуал какой-то. Охренеть. С ума сошли эти... С ума сошли эти маленькие сущности. Чуваки! Чуваки! Вы чё? Блин, меня пацаны из третьего В хотят замочить. Позвали своего пятиклассника. Это нечестно. Он сильнее вас. Сильнее меня. В разы. Вас мало того, что трое, вы еще и пятиклассника позвали одного. Охренели, откуда у вас такая банда крутая? Сколько вы его платите? За то, чтобы он за вас дрался. Прикольный храм. Как в этом. В Скайриме солитьют город. Тоже на скале такой стоит. Если тебе вдруг интересно, друг, насчет Скайрима, буду ли я его еще проходить? У меня желание есть. Оно у меня есть, оно никуда не пропадало. Просто проблема в том, что нету времени. Нету времени, чтобы пройти его. Вот так вот. Здорово. Хватит меня бить. Хватит меня бить. Хватит бить, я говорю. Тварь такая, а. На тебе. Вот и все. Так и стойте дальше, дурачки. Оп. Харкается еще кто-то, нифига себе. Не понял. Кого? А... Нет, не сплитап. А почему закрыто? Почему кто-то телепортируется меня мочить? У меня пока очень много вопросов и... Ноль ответов. А как тогда мне их замочить? Если они там стоят и ворота закрыты. Я хотел быстренько так... Вы чё, цари зверей, вы охренели что ли? У вас тут не сафари, чтобы таким заниматься. Обалдеть, лев, прикинь, настоящий лев. Ты как дрался со львом? Или смотрел на них в цирке? Вот, пожалуйста. Так, надо девочку замочить. Девочка слабее будет. На тебе. На тебе. Обалдеть. Реально настоящий лев. Это не прикол никакой. Самый настоящий лев. Они бы хоть подсказали... как открывать ворота. Просто показываю на ворота мне стрелочкой и все. А как попасть через них, непонятно. Ну непонятно. Никто мне не рассказал об этом. Меня так бесит, как в Long Dark. Когда мне ничего не рассказывают, дают задание. Я читаю все эти ваши ходы хитрые. Я просто их все читаю. Слушай, я профессионал. Не понял. И кто такое право дал телепортироваться ко мне в спиду? Ты адекватно есть животное? Все. До свидания. У меня из руки кровь идет. Я не сдохну, надеюсь. Пусть это будет просто картинка, а не реальная кровь. Но хп вроде не тратится. Тратится только выносливость у меня. Есть, прошел. Оказывается, дело было в этом. В том, что у меня враги. И, наверное, из-за врагов не выпускала. А это своего рода тюрьма какая-нибудь. Все можно представить. Зачем так... Тем более, такая стража стоит около этих ворот. Это тюрьма, наверное. Запретная территория. Телепорт. Почему я раньше не заметил это место? Ну, как, в смысле? Я же чекал к эту карту. И заметил эту точку. А сейчас, когда я прошел с помощью драк... С пацанами. Я сразу заметил, где эта точка находится. Вот чудеса.
Вот чудеса. Как так? А возможно, это и была часть миссии. Типа из-за ворот надо было выйти как-то по-крутому. Почему нет? Всякое возможно. Тележка. Моя любимая тележка. Садись уже. Сейчас уедем опять в жопу мира. Там заблудимся, погибнем. О-хо-хо-хо! Ассасин, привет! Ты меня привез сюда? Спасибо! У тебя и лошадь белая? Солидно, солидно, чувак. Очень рад за то, что ты поднялся наконец-то. Ты нашел свою работу мечты. Ну, я надеюсь, что это работа мечты. Ты же не терпила, чтобы на ней работать. А почему деньги тратятся? А-а-а, типа время. Я слишком часто путешествую. Поэтому у меня... С меня и беру так много. Вот козлы. Нельзя так. Наоборот, с тех, кто часто путешествует, надо для них скидки делать, чтобы они продолжали это делать. Продолжали кормить народ. Второй ассасин. Только это уже Одиссей. Если те ассасины были первые... Ну, там первый, второй, третий, четвертый, где... Четвертый, где первый, это главный герой, ходил в белом костюме, такой в плаще. А это Одиссейский. Там рыцарские доспехи такие, знаешь, бога. Бога. И ты бегаешь и валишь всех, как крутой. Ладно, я согрешил немного, потратил 250 золотых на телепорт. Бежать реально лень. Просто лень бежать. Уже сколько игра наскучилась с этим беготней. Отстань! Отстань! Ты что со мной бежишь? Отстань! Лошадь сюда быстрее! Опа! Да, догоняй, бабище. Уверен, что мои 4, твои 2 легко обгонит. Раз освободить. Два освободить. Прикинь, двух зайцев сразу убить. Но я не успею. Они на таком расстоянии находятся друг от друга. Да и от меня в целом. Что это очень надо много времени. Хотя хз, посмотрим, как получится. Может быть, и успею. Может быть, захочу. Да чтоб тебя! Бежишь себе, задумался спокойно. Там, ну, неважно. И тебя скидывают. Охренеть, это пугает. Очень пугает тебя. Обстановочка местная. Вот ты просто скачешь и все. Ты не думаешь, что ты все скачешь. Ты просто видишь картинку, все. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Это как, знаешь, в поезде ехать и врезаться. Тебя также дернет какие-то, и начнется. Думаю, ты понял, о чем я. Просто тебя дергает. Ну, где-то здесь. Да? Сейчас поближе подъеду. Где-то в этих руинах, наверное. Факел там нарисован какой-то. Ну, факел, наверное, обозначается пещера так. Оригинально очень. Хотя, по идее, надо было каким-нибудь знаком руины сделать это все. Да здорово, здорово, здорово. Опа. Я готов был к этому. Ничего страшного нет, я был готов. У, тварь. Не дает мне зайти, и все, прикинь. Из этих вот гоблинов не дает зайти. Я в шоке. Вы посмотрите на них. Кого они стоят? Это же лошара. Уху. На тебе. На тебе. Есть, одного убил. И второго убил. Можно? В смысле, нет. Кого? Кого? Он меня спину убивает? Да... Как спину? Из-за стены даже. Это вообще читерство какое-то из-за стены. Ладно, спину я прощаю. Но из-за стены нет. Если убивать нас из-за стены, это бан. Бан. Причина читер. Вау, какая сказка, смотри. Клевая. Вас не видя, хорошо. Мне не нужно, чтобы меня видели. Ты слышишь? Он не забирает их. Шилкотень. Шилкотень. Че это за название такое? Название расы странное. Шилкотень. Эть! А, спалили!
Я думал, у меня получится. Вот пауком я готов подраться. На тебе. А с шилкой тенями не хочу. Ну хотя мне выбора нет, он еще подойдет ко мне все равно. Да все, все, братан, расслабься. Ага. Еще как. Это не касается, не шилка тень стреляет так. Это какой-то из этих уродов так сделал. Ты видел, да, сейчас какая штука прилетела огненная? Издалека. Эть, тихо. Эть. Ну стреляй. Ждем же тебя всей семьей. На тебе. На тебе. Пару ударов. Еще пару ударов. Есть. Замочили. Тихо. Тихо. Не разговаривай. Вот сын твой пусть разговаривает, а ты не разговаривай, ты заткнись. Вот пусть там дальше стоишь и стой себе спокойно. Никому не мешай. Что-то пацаны угорают. Что смешного-то? Расскажите мне, мы вместе посмеемся. Я не хочу с ней драться. Фак. Просто стою на месте. Получи по щам. Смотри, ну-ка здоровая, блин. Спасибо, что хоть не сопротивляешься. Дашь мне шанс замочить тебе спокойно. На тебе. Да боже, убей ее. Блин, устала, да, конечно, страшно. И чё это? Чё за бред? Почему она появилась так быстро здесь? Я же прямо на трупе стою. Это вообще антилогично. Что кто-то появляется на трупе того, кого я замочил только что. На тебе, сейчас замочу тебя обратно. Ляжешь вот с своей подругой. Это долго будет. Это будет долго. Ну же! Есть! Да все, 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 убили. Хорош. Текс. Открывай. И сматываемся теперь. Смотаемся так же, как зашли. Вот через эту дырочку. Блин, тут уже паук появился, прикинь. Тут уже паук появился, тварь. На тебе. На тебе. На тебе. Готово. Замочили пауков, мы красавцы. Мы красавцы. Но их слишком много. Ага, ага, стреляй в стены, дурак. Я сваливаю. Мое выступление на сегодня здесь закончено. Вот с теми еще, может быть, подерусь. А с теми не. Мне не хочется. О, убился. Фух. Это было красиво. Просто вместо того, чтобы идти слева или справа, думать, как лучше будет. Прыгаешь посередине, и все нормально. Я за другим челом не пойду, потому что я посмотрел на карте. Он находится, короче, очень далеко. Прям очень, смотри, сейчас покажу тебе. Видишь? То есть это еще один город. То есть плюс-минус? Нет, не так. Плюс-минус мы должны где-то еще побывать. Непонятно даже где, в какой цивилизации. Чтобы найти его, понимаешь? А, вот мы вообще где. То есть это здесь, что ли? Да, вот он. Мы тут даже ни разу не были, прикинь. То есть... Это вообще отдельный выпуск, надо снимать. Отдельное все другое. Так, я от этих пацанов отойду. Просто на это надо время. Надо еще один выпуск на это убить, чтобы туда сгонять и пройти квест до конца уже. Но, сори. У меня нету времени на это. Нужно попробовать... попробовать нужно новую рубрику снять. Посмотреть, как она вам будет. Что вы на это скажете. Это я, конечно, не первый буду, кто это снимает. Но сам факт того, что это от меня. От меня, наверное, будет интересно. В общем-то, все. Все, что хотел сказать. Спасибо за просмотр этой серии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.
Всего вам хорошего. Пока.